всем. Репортаж из гаражей. Так, вот сегодня у нас такая дверь на обзоре. Видите, в чем ее особенности? Цена ее, да? Ну, каркас усилен. Немножко нестандартный. Размер двери 2 на 1 метр. Что здесь? Какой плюс? Лист двойка. Видите, сразу она как бы уже идет и пожестче, и попрочнее. Петли здесь на подшипниках тоже покультурнее. Такие обычно дорогие двери ставят. Но поскольку дверь утяжелилась, еще видите, здесь 4 рамы. То есть здесь 4 прожилины проходят. Вот 1, 2, 3, 4. Дверь тяжелее становится. Здесь даже поставили 40 на 60 тройка. А так рама вся 30 на 30. То есть довольно-таки надежный каркас. Замок неплохой, даже 5 ключей. Вот такой вот рязанский замок. Обычно на улицах ставим. Бывает по 3, бывает по 5 ключей. Он как бы надежный, уже давно работаем. Вот так все вставляется. Ну какая особенность? Чтобы здесь было все, стараться ровно было, да? Чтобы зазоров не было. Потом открываться, закрываться. Должны ключи легко вставляться. И все должно у вас работать. Закрыл. И вот так открыл. И вот так вот. Хоп. Можно делать поплотнее. Видите, как плотно. А можно сделать посвободнее. И регулируется вот тут вот чуть-чуть. Я всегда делаю сначала плотно, а потом начинаю точить. И вы, так сказать, начинаете немножко люфт можно сделать. Но если вы переборщить, можно чуть-чуть наварить. Как вы понимаете. Опять же, рам проварен. Ведь здесь круг все. Чтобы ничто нигде не играло. Здесь, где петли, я всегда говорю и всегда варю посмотреть, чтобы как можно больше, чтобы у вас ничего не отыгрывалось, ничего не выгинало. Здесь тоже так же. Внизу то же самое. Причем петли, когда варю, еще варю, видите, вот сюда. И вот под эту тоже под кладушку. Ну, сам каркас варится здесь. Может быть, сильно не надо, особенно когда если металл идет миллиметровый, начинаешь здесь часто варить, он весь бедно выгинается. Ручка почему так? Потому что тут здесь будет еще утепляться, все будет сниматься, здесь будет обшиваться там USB. Поэтому сделано это временно, так что не бойтесь, не пугайтесь. Здесь можно ставить, если у вас большой зазор, можно ставить на саморезах, но здесь зазор маленький на заклепках. Ну и заклепки может быть покультурнее. Их как что взял, высверлил, по новой поставил, по новой заклепал. Ну, дверь такие делать можно, скажем, подобное делать. Две штуки за день можно за день. Если дверь идет, там уже какие-то кованые элементы, там всякие накладочки, то можно, я делал, дверь бывает и 2, и 3 дня. А если полностью там с отделкой, там до 5 дней доходил. А так, если самая простейшая дверь, а бывает даже 2 двери в день делаю. Ну, а так, если взять туда какие-нибудь кованые элементы, добавить, вообще будет уже, я думаю, не стыдно в квартиру ставить. Конечно, тут человек будет утеплять. Сами понимаете, пенопласт поставил, да, и все, она уже будет довольно-таки тихо. Так что дверь очень надежная, крепкая, себе бы такую сделал. Вот, ну так за нее, скажем так, не стыдно. Только осталось покрасить хорошо, и будет, да, я надеюсь, долгий год служить. Ну а так, как вы видите, у меня новинок, видите, сколько. Будем про них рассказывать, мангал там разных всяких размеров. Поэтому подписывайтесь, следите за новиночками. Спасибо всем за лайки, спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Да, если кого какие вопросы задавать, постараюсь ответить. Все, работаю, а видео иногда не получается сделать много. Наснимал, а разместить не могу. Ну так что, до свидания, до новых встреч.